тогда почему там в краске? Не знаю. Андрей, не торопись. Смотри. Что вообще такого? Ага. Поехали! Приветствую, друзья! Находимся мы снова сегодня на болоте. С Газаевым. Ломаем ветки. Уже есть хороший сигнальчик. Сухие ветки, между прочим. Ничего страшного, можно ломать. Да ничего, быстро бобер заберет их потом. И там уже прекрасный сигнал нащупал. Газаевич еще не знает, что это. Так медленно стоит. В хорошем состоянии ветка. И в более худшем состоянии следующая находка. О! Блин, а почему она в краске? Не знаю. Охренеть! Это ходит! Я ожидал! Это ружье! Я думал, ППШ тащу! Точно, точно! Ищи. Ой, курковка! Смотри, почему? Почему крашеный ППШ? Вот это шок-контент! Вот это вот вообще не ожидал увидеть! Да. А я тоже думаю, почему она крашеная? Курки покрашены даже, кажется, или нет? Да, да. Она, у них лев, все пружины, смотрите. Стоянная? Не знаю, слушай, сейчас увидим. Покраски, может, это старое там покрасили его? Ну, в такую краску красную. Краска жесткая. Сам ствол. Сейчас будем искать. Пока нет, пока не вижу. Почему бы? Неизвестно. Да нет, сгнила бы стопудово. Нет, то что она... Защита курка сгнила бы. Это после войны. Слишком хорошо скрывается. Почему? Так, походу и ствол там что ли? Вот, Газаев, готовьте камеру. О, смотри какая главное, красота. С сырьем с этим, а? А? С сырьем самое главное, видишь? Да, да, да. Вот ремень. 12 калибр такой. Какой? Все старое, старое, не старое. Да, он был в тряпочке. Заначка, может, была? Да, наверное, заначка сейчас браконьерская. Да. Видишь, следы тряпки. Угу. Покрути немножко так. Слушай, ну я бы сказал, что это не 80-е, не 70-е. Это либо 50-е, либо военных времен тогда. Но единственное, что вот краска смущает. Тряпка защитила это ружье. О, да. Теперь я тут попробую рычажок обратно завернуть. Как новый такой приклад мы разломали. Да. На уток, Газаев, пойдем, ну, конечно, с тобой? Конечно. Знаю, я хорошее место знаю, где на уток ходить. Черные копатели ходят на разборки только с такими. Я знаю хорошее место, где на уток. На обводном канале. Их там много плавает. Я на ногах вот так не поеду. Подожди. Морду тоже надо поднимать. Уверен. Подожди. Не, ну так не понимаю, надо жопу поднять все. Думаешь? Да, попробуй жопу поднять. Так, жопу-то сейчас, подожди. Перехвачусь. Ну, теперь магнитом. Рано магнитом, он еще не так стоит, как надо. Он на уже стоит. Подожди. Все, встал. Давайте. Еще не тот. Магнит еще не тот.
Вообще поставили? Мне кажется, максимально стало. Нет, сейчас, подожди. Оп, вот так вот. Вот так вот. Подожди, я потрогаю. Примагни, плоскость. Примагни сейчас, нет? Еще впереди плоскость. Да вот она. Да, отпусти магнит. Проверим. Пробуем. Плавно. Давайте. Андрей, не торопись. Не торопись. Вы держите? Магнит. Магнит. Точно. Быстрее, быстрее, быстрее. Шаира поможет. Главное, чтобы он не упал. Так. Плавно. Самое обидное, когда плавно. В конце падает. Плавно. Подожди. Подожди, не торопимся. Подожди, нос. Перецепляйся за хвостовую часть, Ир. И вытаскивайте. Вот да. Вот, все. Андрей. Андрюха, ногу убирай. Все. Ты аккуратно, мы сейчас все залетим. Дай. Блин. Мальчик или девочка? Хлопай его, хлопай. Почему он не кричит? Оживите его. Кислород ему. 36 год. Лагерь 39. Ноги подвели. Давай, давай. Слушай, а я думал наоборот. Я останусь, а все вокруг. Да, вот нет. Почему так? Потому что. Странное дело. Смотри, Альбина поплыла. Ну как? Так, что-то нашел сразу же. Хорошо. И это у нас. Ну это не про. Это бампер как типа такого, да, что-то? Что? Как бампер, что ли? Не, я думаю, это от железной дороги, которых есть запчасти. Думаешь, для меня тонко, на железной дороге таких тонких не бывает запчастей. Ну я имею в виду там, откуда-то с этой. С вагона. Да. Ну как бы на этом мои полномочия и все. Все. Тушите свет, я батон, да. Давай-давай, лопата ее. Достанешь? Я цепляю вроде. Это надо, говорят, ямы за собой закапывать. Да, сейчас закопаем ямку. Оп. И все, и как, ну, как не было нас тут. Да. Еще перевернуть. О, все. Все, замерзнет и все. И либо кто-то на присыпать, может Михаил повалится в нашу ловушку. Сам бах. Надо травки сюда. Выжать. Знаешь пословицы? Чужому не рой яму. Сам в нее и попадешь. А главное, Юра, четко маскируешь, даже не видно. Не успел заснять. Не рой чужому. Как? Яму, сам в нее попадешь. Вот она. Слушай, я ж могу. Это я тут на таком стою. Да. Вы заканчиваете, дайте-ка я выйду отсюда. Миша, скажи, там мы пометили круг. Сходи, проверь, пожалуйста. Там просто кочка, и в кочке тут звенит. Ага. Все, огонь. Все, нормально. Так и не было. Ну что, там вот сигнал на этой кочке был. Посмотри, да, да, да. Посмотри, пожалуйста. И это у нас диск от пулемета Шпагина. Ой, автомата. Пистолета пулемета. А к ППД не подойдет он? Нет. ППШ и ППД диски не взаимозаменяемы. Ну, от ППД можно, конечно, ППШ вставить, а вот наоборот никак.
не вставится. Станет какой. Работает. Это же для пистолета-пулемета Томпсона? Да. Наверное. Это для... Непонятно ничего это вообще. Мы уже говорили, а что это? Неизвестно вообще. Похож на Томпсон? Нет. Не знаю. Это... Как правильно сказать? Диск? Наган, может. Пистолет-пулемет системы Нагана. Ага. Федоров. Газаева. Газаев точно. ППГ. ППГ, да. Пистолет пулемет Газаева. Сколько не сидит, оп, подожди. О, пол люка. От танка. Угу. Да, это именно люк. Видишь, железные крепления. Ну как, по-моему, года два назад находили? Тоже. Тоже люк. Ничего вроде не пишут. Сейчас, подожди. О! Я снял. Это же лопатка. Ты смотри, какая она. Слушай, сохран какой-нибудь, смотри. Она вообще как новая. Ага. Не знаю, подточила здесь. Пока доставал. Ногами, да? Руками досталась одна. Ногти просто не стрижены на ногах. Не видно, что ты. Ты мне ей 42, да, это? Да. Вот такая вот. О, с этим. Торчит. Опасно, аккуратненько. Как нитка. Угу. На неизвлекаемость была поставлена. Нет, реально нитка. Угу. Пулевым отверстием. Ты представляешь, а мы тут редко такое находили. Это магазин пистолета-пулемета Шпагин. Может там и Шпагин лежит. Может быть, представляешь. Только немножко поизданный. Но весьма неплохой. Сохран. Вон, блин, как так? С одной стороны он погнивший, а с другой нет. Но во многих местах масло. Пахнет маслом. Красавец, прикинь. О, смотри, какой красавец. Тоже фес. А что такое, там не хватает что-то? Я стрелю, забываю. Смотри, что тут произошло. Так, аккуратненько, снаряд, Юра, не трогайте. Снаряд клоун. Клоун. Будет сейчас клоуны, мы клонами будем. Фес. Фес. Где фес? Опять 105 миллиметров. 105 миллиметров. Фест. Еще какой-то цифра 4, да? Да. Римская. А где это? Ты еще ногами успел голову скрутить? По-моему, у Миши было. А? О, еще что-то.
Ты успел и голову рук? Вот такая штучка опасная без носа. Да? А теперь пришло время подвести итоги конкурса на часы Swiss Military Chrono. Конкурс проводили мы в декабре. Ролик набрал неплохие просмотры. 1 100 000 на сегодняшний момент. Нужно было перейти по ссылке, зарегистрироваться и оставить свою электронную почту. И сегодня мне стал известен победитель. Видео розыгрыша прислали с фирмы Swiss Military. На сайте random.org были вбиты все участники. Их было 205 человек из таблицы Google. И победил номер 6. 758-855-7@gmail.com. Так что эти замечательные часы переходят нашему победителю. Просьба связаться ВКонтакте, Фейсбук и любой другой соцсети, которая указана у нас на канале, для отправки вам данных часов. Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе, а мы продолжаем копать.